пятой серии сериала «Магомаев». Магомаев на студии «Союз Мультфильм» озвучивает новых бременских музыкантов, из-за чего в очередной раз ссорится с Ликой. Страх потерять Муслима заставляет Лику контролировать каждый его шаг, но от этого становится только хуже, и их отношения окончательно расстраиваются. В фильме конкурса имени Чайковского Тамара триумфально разделяет первое место с Еленой Образцовой. Букет цветов от Магомаева, переданный Тамаре после выступления в присутствии Сергея, приводит к скандалу, а поступившие Тамаре предложение выступить в Баку в рамках Дней русской культуры заставляет Сергея ревновать еще больше. Однако Тамара все же едет в Баку, где ее уже ждет влюбленный Муслим. Посмотреть очередную серию вы сможете 16 марта.